Добрый день, мои дорогие подписчики. Как видите, моя собака Стелла очень голодная. Она с удовольствием грызет кожную такую из свиную кожу высохшую. Специально продается для собак. Вот такие палочки. Она с удовольствием грызет. Вот такая у меня собака. Стелла Изабелла. Ей очень нравятся косточки такие. И свиные косточки. Да, Стелла? Стелла, тебе нравится? Очень, говорит. Очень, говорит, мне нравится. Да, Стелла? Моя красавица. Моя красавица. Стоит мне сказать хорошие, добрые слова. Сразу же встает, бросается и пытается говорить, да, я красивая. Вот так. Это у нее такая вот лежаночка есть. Я на ее эту косточку забрала и принесла свою лежанку. Моя ж ты умница. Моя ж ты красивая собака. Вот так она грызет. И так вкусненько, говорит, получается. Прям вот это даже нет времени уделить вам внимание. Вот. Поэтому собака так грызет. Усердно и вкусненько. Ну ладно, мои дорогие. Подписывайтесь на канал Стеллы Изабеллы. У нас есть канал очень такой вкусненький. Где наши собачки, где у нас много сейчас людей. И мы будем всех любить и уважать. Потому что мы очень добрые и хорошие. Увидимся скоро, мои хорошие. Пока-пока. Стелла говорит всем пока.